Друзья, всем привет! У нас с Ольгой очередной отпуск наступил. Мы сейчас находимся в аэропорту Домодедово. Летим в Турецкую Республику. Планируем, по крайней мере, вылететь в Турецкую Республику. На улице ураганный ветер, дождь. Летим мы в Анталью, да? Вот наши регистрационные места, по идее, 12-15. Мы, походу, одни из первых. Но у нас времени еще вагон. Багаж сдали, зарегистрировались. У нас сектор А на втором этаже. На регистрации людей, вы сами видели, практически не было. Смотрите, пусто. Аэропорт пустой. Прошли таможенный контроль. Впереди нас ожидает duty free. Людей вообще нету, вы видите. Можешь даже закричать. У-ху-ху. Цель твоей поездки. Отдых. Отдых. Ну это хорошо. Ну что здесь, хиты продаж, смотри, 20 евро. Духи, duty free. Время около 3 часов ночи, а вылет у нас в 4:05. Что-то просмотр новостей в социальных сетях меня утомляет, спать хочется. Ты как себя чувствуешь? Я себя чувствую хорошо, надо меня снимать. Да? Да. Последуем ее совету, не будем ее снимать. Ты меня буди там, когда это начнется, хорошо? Ты, главное, не проспи сама. Ок? Вот и договорились. Мокрый снег, про что я и говорил, помнишь? Это погода, а? Сейчас сдует. Турбина. Слушай, реально сдувает прям, да? Холодно, да? Жарко. Тепло и хорошо. 31. Самолетик маленький. Что, замерзло, что ли? Ну подумаешь, минус 2. Билет охраняем до конца поездки. Контролер зайдет, будет тебе. Я тогда лягу. 31. Где? О, ты возле иллюминатора садись. Слушай, а нам как это? Подфартило в плане того, что места для ног много, да? Куда хочешь, можно их девать. Замерзл. Покажи свой шарфик бешеный. Из футболочки. Из футболочки. Молодец. Холод на улице. Жуткий просто. Наконец-то мы долетели. Сколько сил и выносливости у этого ребенка. Всю ночь, точнее весь полет, он не давал мне спать. Ладно, мы доехали, долетели. Это уже хорошо. Солнышко светит, облаков нету, все супер. Здесь довольно-таки тепло, в куртке даже жарко. Практически все уже вышли, кроме нас. До свидания. Зря, я покушала. Вообще свежо? А здесь что-то как-то давай. Ух ты. Холодильник. Это просто в этом рукаве свежо. Анекс-тур. Мы же с помощью анекс-тура летим. Коридор такой, да? Ух. Ты что сделала? Взяла, забрала чемодан. Я его только хотел забрать. Я там место козырное нашел. Взяла меня, опередила буквально. Я сбежал, а я сейчас такой смотрю, кто это мой чемодан там хватает. Так, смотрите, здесь тоже есть duty free story Arrivals. Куда нам идти-то? Тест-тур не наша, не наша. Что, подождем основную массу населения? Куда вся эта толпа двинется, туда и пойдем. Конечно, наш, я его лично чемодан этот паковал. Даже ручка, видишь, болтается. Как надо закрыть, дети, будет хз, как ты любишь. Коза, да, коза. Она же. Сестра дарила. Мы нашли этого проводника Анекс-тур. Уже даже зарегистрировали ваучер. Он нам сказал, где будут стоять наши автобусы. Вы видите, написано Анекс-тур. Мы завоевали миллионы сердец. Номер нашего автобуса какой? 21-09. Ищем автобус 21-09. Я его нашел, кстати. Добрый день. 21-09. Так точно. А можно ваш ваучер, пожалуйста? Ваучер? Доставай ваучер. Что у вас такое, ты? Как он называется-то? Армаз, да. Гринфуг, да? Как? Армаз Гринфуг. Да. Угу. Есть такой? Да. Сколько туда примерно будем ехать, не знаете? 2 часа вот точно. Так, у вас 2 человека, да? Да. Во сколько отправляемся? Ой, вы первые. Так, у вас. Куда-то мой чемодан забрали. Фух, ну все, я буду сейчас это смотреть на звезды, на безоблачное небо. Пошли покажем природу.
чемоданчик лежит. Вышли из самолета последние, в автобус сели первые. Ну, потому что мы это, как сказать тебе, шустрые. Быстро сориентировались, куда идти, конечно. Да? Цветочечечки. Я думал, будет теплее здесь. Как-то ветерок такой прохладненький, да? Есть такое? А я чувствую, что я позагораю. Вот так. Мерседес-бенц. Ты решила пойти в самый конец. Или куда-нибудь вот на Рите. Я предлагаю сесть вот прям вот сюда. Возле окошка. Тебе лучшее место выбрал, да? Да. Тебе нравится в Мерседесе? Мне тоже. Сделали техническую остановку в километрах 30, наверное, от Анталии. Хочу показать цены. Видите, бутылочка 0,5 водички обычной стоит $1. Кока-кола стоит $2. Где труселя? А, вот, видите, труселя по $10. Тапочки. Ольга меня уговорила купить водичку за доллар. Совершить первую покупку за бугорную. Да? Угу. Доставай свой потрепанный доллар. Жизнь потрепанная. Потрепанный жизнью доллар. И ты вот так вот им поделай вот так вот. Долларом поделать вот так вот, да? Газированную, нет? Газированную. Без газа это газированная. Без? Конечно, без. Зачем тебе газированная вода? Надо было $10 разменять за эту водичку как раз. Давай лучше десятку, да, сейчас разменяем. Этот пустой обратно. Пойдет? Да. Следующий отель у нас Армаз Кринтугла Бич. Это наш. Проходим. Это у нас двое тут. Двое, да? Нет, еще есть. А, еще есть. У нас с той стороны. Все, спасибо. Вы пока проходите, я сейчас подойду. Вы подойдете, да? Да. Так, наш отельчик. Здрасте. А что, здрасте, блин, надо hello говорить. Ну, они, наверное, все ждут заселения, скорее всего. Здесь тогда ее подождите, да? Слушай, ну тепло на солнышке, да? Да. Ты даже вон разделась. Ага. Она нам сейчас скажет, что нам дальше делать. Что? Да. Что? Конечно. Конечно. Это хорошо. Здрасте. Здравствуйте. А мы ждем нашего проводника. Хорошо, хорошо. Это вы куда забираете? Подождите пока. А, это комната багажа, да? Багажник. А где будут лежать? А, хорошо. Здрасте. Здрасте, здрасте. Хорошо? Да. Ваучеры и паспорта. Да. Ваучеры и паспорта. Так, завтра в 9:30 АТМ вас будет ждать на ресепшн. Вот здесь, да? На ресепшн. Да, он вас все, найдет. Спасибо. Бейджик обязательно следите за униформой, кремовая рубашка, кремовые брюки, белая рубашка. Я понял. Да, у него будет все, бейджик, да, такой INX Store, да? Да, да, да. Все, хорошо, спасибо. Все хорошо. До свидания. Мы зарегистрировались, нас тут заселяют даже раньше. Проводят, сопроводят. Да. Не знаю, вроде ездил. Идем осваивать номер. Наверное, в следующем видосе покажем обзоры. Угу. Всякие разные. Ну и уже начнем отдыхать. Да. Вот пока так. Идем в один из номеров. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, что вы думаете об увиденном и услышанном. А мы же с вами прощаемся. Всем пока. Arrivederci. Приятно, да? Это потому что номеров свободных много. И вас буду старый кожу мех осталось, и смочалки буду старый кожу дать хамама, и потом пена массаж. После пена массаж буду лежать здесь. Мы вам буду угощать чай, яблочный гранат, чай, кофе, и буду на маска сижу. И после маска вы буду ходить, у нас там массаж кабин есть. Буду все тело 40 минут массаж, все тело массажирую. Все вместе потратится, время идет. Цена у нас только $20. За одного человека все. И после этого у вас все будут бесплатно сауна, хамам после процедуры. Например, кто процедуру не делал, примерно, только 13-15 это будет свободно. А примерно, если процедуру буду делать, буду наших клиентов. В любое время. Да. Я вам могу без проблем. Вот хорошо. Такой. $20. И эта программа надо обязательно первый день, максимум второй день. Почему, знаете? Потому что у нас очень активное солнце есть сильно. Когда вас ударит, тело, буду
загар. И когда загара будет, даже мочалка не могу трогать, буду больно. А, да, 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 да. И сейчас вот старой кожи есть, старой кожи на теле не осталось. Когда ударит солнце, начинает облазывать старой кожи. Ну да, 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 да. Вот, не буду ударить старой кожи, сную кожу, буду загорать, что не буду облазывать. Хорошо. Очень важно. Спасибо. Пожалуйста.